проект в игре спортивной школы имени Орловского вышел далеко за рамки самых смелых ожиданий организаторов. Прошлым летом, когда задумку приобщения горожан к уличным видам спорта приходилось реализовывать на сторонних площадках, затея значительно потеряла в массовости. Сегодня, благодаря тому, что школа выиграла сразу два гранта, президентский и губернаторский, собственное современное универсальное спортивное поле позволяет идти в планах гораздо дальше. И около миллиона денег мы принесли вот в благоустройство этой замечательно, теперь уже площадки. Спасибо администрации города, помогли нам дать в оперативку эту площадку, землю. Вот. Зашли с субботниками, видите, отреставрированные трибуны, видите, тренажерчик уличный сделали. Стойки волейбольные приобрели, тоже застаканили, поменяли баскетбольные стойки. Аппаратура, звук сегодня есть, мячи новые, настроение замечательное, площадка работает, все, главное, довольны. Хотелось бы, чтобы берегли. Задолго до старта проекта в игре, он намечен на середину августа, это место стало эпицентром спортивных событий. Так лагерята «Орлята» отметили здесь День детства, а накануне состоялся матч по стритболу, который стал частью торжественного открытия новой спортивной площадки и свел на поле любителей игры из нескольких территорий. Самому интересно играть в баскетбол, хочется поучаствовать, как можно больше соперников, чем больше интереса. Мы только в зале занимаемся, у нас есть спортивный комплекс, и вот там вот у нас тренировки проходят, и все. И решили вот попробовать себя играть, поиграть в стритбол. Мы играем за город Нягань уже не первый год. Выезжаем в Ханты-Мансийск, также выступаем. Популяризация, развитие молодежного спорта, и, то есть, чтобы показать молодежи, что действительно есть к чему стремиться. То есть, как бы, мы уже, то есть, скажем так, нам еще немножко, и надо, чтобы приходили к нам смена. Заброшенная территория в районе третьего дома в третьем микрорайоне, ставшая современным спортивным полем с баскетбольными стойками и волейбольной сеткой, теперь не простаивает ни дня, собирая игроков всех возрастов. С 15 августа в ежедневном режиме здесь будет проходить фестиваль в игре, дав возможность всем желающим не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и почувствовать настоящий соревновательный азарт, стремление бороться за звание лучших и получить заслуженные дипломы и подарки.